Советского информбюро. В ночь на 26 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам противника в Гданьске, Данциге. В результате бомбардировки на железнодорожном узле и в порту Гданьск-Данциг возникли большие пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами. Горели нефтехранилища и железнодорожные составы. В порту транспорты противника. Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление в полосе Карпат. Противник, опираясь на построенные в горах оборонительные сооружения, пытался удержать за собой плацдарм на левом берегу реки Грон, к северу от города Зволин. Наши бойцы отбросили немцев и, совершив обходный маневр, ворвались на улицы города. Действуя штурмовыми группами, советские части быстро разгромили вражеские очаги сопротивления и овладели городом Банско-Бистрица.